Привет, дорогие друзья, сегодня я буду играть в Standoff 2 в закладку бомбы. Получилась карта провинция. Жалко, конечно, но ладно. Кто хочет со мной поиграть или там сняться видео, вы смотрите на мои видосы, там где-то я показываю им свой ID. Как вы помните, я получил медаль бронзовую 2020-го. Я сейчас коплю на 2020-е именно серебряную. У меня потому что есть уже 31-й ранг, 30-й ранг. Сорян. Быстро накопил. Осталось всего где-то 20 левелов. Но это не так много. 50 лет еще больше. Я, кстати, себе коплю на Starfall Star Trek. Кстати, у кого есть голда, плиз, дайте 20 голды, пожалуйста. Мне не хватает на этот Starfall. Точнее, у меня даже нет Starfall. Блин, убили. Сорян, что я молчу, я просто иногда слушаю, хоть я и без наушников, но мне все равно слышно. Кстати, у кого какое любимое оружие? Я на самом деле стал теперь и с Глоком играть, со всеми другими. А что у нас? Это что сейчас было? Ладно, будем считать, что этого не было. Кстати, у нас минус чел. Что сейчас? Что, его не убьют? Серьезно? Я пойду на А. С Б выходит там внизу. А, ну там АФК-шары. Все, они все вдвоем. Втроем там. Можно вот так гранат вот кинуть. А, хреновая граната, ну ладно. Блин, они все там. Почему? Да уж. Короче, у меня даже киллов нету. Все они забрали. Тут кто даже умудрился умереть. Вот это круто. Это не дают. Так, стоп. Я что, калаш не купил? Ладно, будем с юмпом. Юмп. Тоже хорошее оружие. А я не помню, у нас что, два АФК-шара или что? Что-то грену. Один внизу, по-моему. Твою мать! Нет, да блин, чё мне... Я просто, ну... Пацаны, сорян, что я так играю, я просто давно не играл. Как вы видите, у меня видосов тоже долго не было. Этот я тоже планирую минут 20 записать, и все. Потому что у меня тоже проблемы некоторые. Поэтому приходится иногда так. Ну на бомбе, чел! Ну ты даешь, ну ты даешь. На бомбе. Тебе гранату закинул. Минус 4 кп. А не проще взять дигл? Или что у тебя там? Да, дигл. Ну вот этот сейчас его убьет. Ну чё? Да, понятно. Кстати, вы не видели, наверное, мой инвентарь. Я не знаю, снимала ли я тогда, когда у меня была Лего АВМ. Вы сейчас ее видели на разминке. А у меня тоже она появилась недавно, там месяца, наверное, два назад. Ну или еще, короче, когда я снимал видео, у меня были эти. Сейчас я не снимаю и нету ничего. Кого? Они, по-моему... А чё их трое? Может, за них зайти, как вы думаете? Хреновая граната. Короче, я, наверное, пойду за них. Плевать, что я проиграю, но... Так, за них никто не идет, я тогда зайду. Вот у меня, кстати, юсп такой появился. Потом еще какая-то лего. Ой, лего это... Чё? Чё, покажи. Что они там смотреть?
Так, у меня, по-моему, эмочка. -2. Нет! Пошел! Блин, а перезарядка хреновая. Так бы, возможно... Хотя мы и затащим. Он один остался. На Б, пацаны, на Б. Б. Давай, дефусь. Ну, я сейчас офигею, если мы еще проиграем. Не, пацаны, ну вы это видали? Я двоих затащил, у нас один остался. И потом еще один чел затащил одного. Как можно было проиграть? Что за хрень? Ну, ветеран. Ладно, тот нуб, но ветеран. Они если сюда кидают дым, то они идут обязательно. Там чел нет. Через мид. Мне кажется, нас обойдут, пацаны. Тем. Да как? Почему у меня хедшот так не залетает, как у него? Красавчик. У меня, кстати, такой же, только эпик. Ну, он почти его замочил. Ну иди, не бойся, иди. Ты успеешь, наверное, раздефузить. Пацаны, это, по-моему, проигрыш. Мы сможем закамбэкать, но это будет очень сложно. Братан, дефузь, он убежал. А, нет. Пацаны, ну это проигрыш, это 100%. Это я сейчас показываю себя как полный нуб. И это я сам вижу, потому что, боже, у него было одно хп. У него одно хп было. Вы что, не могли его убить? А там против нас, по-моему... С нами дучил, по-моему. Нас уже двое, вообще круто. Вообще, пацаны, это вообще... Фу. Короче, это проигрыш. Пацаны, вы сами видите. Он пишет за нас. Да никто за нас не зайдет, братан. Мы ветераны, и мы должны тащить. Нам просто надо быть в одном месте, братан. Пошли туда. Почему ты на А идешь? Смысл на А идти? Вот смысл. Это что сейчас было? Я иду, он выходит на... Что за хрень? На Б. Это точно Б, пацан. Ну, блин. А, не А. Что за хрень? А, у меня был один раз такой баг. А, все, он прошел. Я ему написал, мы, возможно, откабычим 3 раунда, но это не факт, что мы откабычим. Братан, хочешь, я тебе эмку дам? Ну зачем ты на А пошел? Ладно, окей, пошли на А. Не выходи на мид. Смысл? Хотя на миду есть. А! Да ё-моё! Давай. Блин, это был без шансов. Если бы мы пошли на Б, мы бы, возможно, затащили.
Потому что так мы не затащили из-за того, что у нас было двое. То есть, пацаны, это полный Unreal. В сухую, ну конечно, в сухую на два человека. Нас двое. Мы такие, знаешь, пишем такими. Он пишет, а вы вчетвером. Он пишет, а вы, а я вчетвером. Кстати, у меня сегодня упало плюс 50 из-за того, что я уровень поднял. Плюс 50, это круто. Я сразу два кейса купил. Ой, бокса. Сорян, что это я не заснял, потому что не хотелось, потому что такую пустяку снимать. Мне все равно там два дигла фиговые выпили. Анка камон, да камон. Это даже у вас, наверное, есть нормальный дигл. У меня только Dragon да Predator. Я вам покажу свой инверт. Я, кстати, продал, по-моему, этот эпик, как он называется, забыл. Funfall, потому что он я купил другой эпик, точнее. Сейчас я попробую поиграть за террористов. Ой, ебой. Вот моя АВМ. Вот мой этот. У меня, видите, теперь это так. Такой компакт, крутой. Не, я к нему пойду. Братан, я к тебе, бро. Не, я тут подумал, он ветеран. Мы с ним катку прорвались. А! Нет. Да блин, а чё? Он мою АВМ подобрал. Или у него была так? Че они там сидят? А! Че не вижу? Где все? Противники? Ноускоп, почти попал. Да блин, я два ноускопа почти попал. Что за хрень? Че мне так не везет? На раз. На два. Просто ебой. Изи. Нет! Нате вам дигл, короче. Я юспом поиграть хочу. Так, погнали, челы. Это, блин, не вижу выходить на мид. Нет, ну блин, 41. Пацаны, короче, я полный нуб просто. Не один я. Ну да, не один я. Это вообще АФК. Рик училка нагибатор. Чё за ник? Короче, пацаны, это ГГ. Ну, еще не ГГ, потому что я соберусь, затащу. Но вы понимаете, да, что, ну... Сегодня обнова в 00. В 12 часов? Чё? Кстати, а может она сейчас вышла? Я хочу посмотреть потом. Ай! Давай! Да чё? Минус 8 хп! Не, пацаны, ну это я уже нуб. Это полный нуб. Просто. Ну, 8 хп остался, понимаете? 8 хп. Давайте попробуем 40 купить. Сегодня, да, Дэрэ у стендофа 3 года исполняется. Зачем вы на мид выходите? Там же все сливаются.
Ай, слагала. Блин, я один, вас два. Сбоку! Кстати, возможно, на 5 лет тебе стендофа. Жалко, что не... А он что, разраб? Давайте его в дыры добавим. Мне, кстати, тут кто-то пишет. Нет! Один. Ну, сзади, ну вы заеб... Вы надоели! Так, что мне тут пишет? Давайте почитаем. Мне тут пишут... Ок, бро. Окей. А мне, кстати, он... Сейчас я присоединюсь, пацаны, поиграем. Я ему скажу, что я видос записываю. Потому что... Сорян, что я покинул эту. Я сейчас ему напишу. Про видос. Кстати, пацаны, давайте я сниму тогда раз 25 минут, 30. Сейчас я вам напишу, короче, что я видос снимаю. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Принять. А! Да блин, открой лобби, ё-моё. О! Да блин, ну пацаны, ну кто так в лобби приглашает? Короче, я его сейчас приглашу. Ну, доступ закрыт, ты что, не понимаешь? Ё-моё. Короче, сорян, что я молчал. Мы сейчас просто с ним общались. Он тоже ютубер. Я не знаю, как его зовут. Я не спрашивала. Надо будет спросить с вами. Сейчас мы с ним дуэльку закатим. Надеюсь, что как бы будет ничья. Либо я победю. Ну, выиграю, короче. Либо он. Кстати, как у вас проходит карантин? Напишите мне в комментарии. Ребята, еще одна просьба. Вы тоже друзьям говорите, что... Такой-то, какой-то канал там крутой, я на него подписан, хорошо? Потому что у меня всего лишь 5 подписчиков. То есть я снимаю нормально, у меня видео нормально выходит, но... Сорян. Сейчас попробую сыграть ЗКТ. Сейчас я ему напишу го на АВМ и М40. Что, покажи, братан, не убивай. Чё? Да чё ты убиваешь? Статрек!
Ой, почти, пацаны. Я, кстати, видел, какая у него ВМ. Там он там. Пацаны, я на ВМ нормально играю, в принципе. Да чё он так плохо играет? Я думал, он хорошо играет. У него аватарка, как у старого скилла. Чё, у него тег? Лего, да чё у него за скины такие? Кстати... Тут. Охренеть, как громко. Вот так более-менее. Он об 40 взял. Да что я попасть не могу? Короче, на ускопы. Кстати, залетел. Да ё-моё. Короче, ладно, ладно. Чё? Ни хрена себе он даёт. Зря ты прыгнул, братан. Попал. Это было круто. Какой калаш? Слышь? Ты охренел? Пацаны, ну это реально уже как-то не по правилам. Я тоже могу М4 взять. Он тут калаши свои берет. Пацаны, блин, не звонят. Это тем более мой друг. Ну, ёпперсы ты. Ну, пацаны, ну я не могу. Я не могу. Не могу. Понял? Не могу. 6 минут, подожди. Я думаю, он хорошо играет, а он играет как нуб. Блин, ладно, буду ему поддаваться, буду с пистолом играть. Ну чё за хрень? Блин, везет у него статрек. Давайте тогда муху возьмем. Я, кстати, почти попал. На. Хрен тебе на ускопом. Мы сразу ждем его бошку просто. Ведет у них у всех голда есть. Хватит. Братан, ну... Чё? -60, крутяк. Я тоже так умею, братан, я тоже так умею. Я тоже могу выдавать хедшот. Почти! Попал! Где он? На! Ебой, блин! Честно, я думаю...
Этому старяну мне он достал. Его, кстати, зовут Илья, пацаны. Алло. Алло, да, я сейчас играю в стендов с другом. И даже видос снимаю, братан. Я видос снимаю, а ты тут звонишь мне второй раз. Сейчас мне походу бан прилетит. Я просто сейчас челика почти в сухую закатал. У него там было, у меня было 17, у него 10. Он вышел. Ну, не знаю, потому что он слабенький был. Ну, хотя, знаешь, у него там скины есть. Ладно, сейчас, подожди, я видос закончу. Стоп, давай. А это ты, я хочу есть? Это твой ник? Да. Ага, нифига себе. Ладно, все, давай. Ладно, пацаны, всем пока. Я буду играть с другом, может, запишу видос. Все, давайте, пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.